Мне прислали это вот такой вот дуо крем, подтягивающий для груди и тела с увлажняющим эффектом. Но еще к тому же здесь эффект такой холодка, я бы сказала. Значит, тут 150 миллилитров. Вот это средство для меня из этих трех на первом месте по вообще восторгу. Почему? Во-первых, мне очень понравился запах. Это запах свежести. Я здесь чувствую мяту, что и придает холодок. Кстати, в составе здесь входит перечная мята, да. Дальше, что могу сказать об этом креме. На коже просто великолепное ощущение такой легкой прохлады, но я его ощущаю буквально первые 5 минут. Идет такой холодочек от ментола, да, от этой мяты. После ощущение проходит, кожа увлажненная, разглаженная, упругая, подтянутая. После душа, если вы наносите на распаренную кожу, ощущения вообще замечательные. Кожа бархатистая, шелковистая, в общем, в тонусе, красивая. В общем, не знаю, для декольте лучшего средства не придумаешь. В общем, все средства, которые пробовала я от Гуа для груди, мне нравятся бесподобно. Не знаю почему, чем они так подкупают. Вот это средство для меня после Гуа Интенса для бюста, для увеличения бюста, вот это теперь тоже мой любимчик, очень-очень понравился, поэтому если закончится, я обязательно себе закажу. Очень понравилось, как ухаживает, как работает на коже, ну а запах, который остается, и он такой свежий, такой приятный, тоже это плюс, и я считаю, немаловажный плюс. И также увлажняет хорошо кожу, подтягивает. Можно использовать не только для груди, но и на все тело. Поэтому очень-очень замечательное средство. Зайдите, посмотрите обязательно по ссылочкам. Если кого-то заинтересует, задавайте, конечно, вопросы. Надеюсь, что видео было вам полезным. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Пока-пока.